Здравствуйте, Саня Флаттер, Шайм 13, тайм божа мордить. Модификацию подхафлайт первый. Опсиан конфликт моей карты. Да, да. Подхафлайт первый, блин. Короче, кооп моей карты, грубо говоря, в модификациях опсиан конфликт. Окей. Карта The Trap 430 уже. Ну, пошли. Мы появились в той самом кубе, в котором мы остановились, да? Без окон, без дверей. Просто кубическая коробка. Да. Чем продолжаем, что-то затупил немного. Так, что еще делать? Смена уровня. Левел челс. О! Смотри-ка, проход дальше открылся. Так, как мы в этой комнате нечего делать? Чуть ли, пойдем дальше, что у нас? Че это? Гравипушка! О! Ну я играю пушку. Окей, что дальше там? Дальше проход. Так, новые какие-то приборы, да, у нас? Устройство. Так. Чё это? Понимаете, дают питание. Да. Чтобы пройти дальше. Эй, я успеваю же. Не, не успеваю. Угу. Понятно. Как всегда меня отвлекает. Ну чё? Пошли дальше. Не? А, блин, точно тут уже нужно. Чё-то нужно. Реально. Ладно. Плитка. Это кнопка, да? Так, я помню этот звук, что-то открылось где-то там. Да? Да. Смотри, все изменилось. Эй, кто мой гравипушку украл? Ну, мы еще раз возьмем. Окей, прыжковые упражнения. Когда это все появилось, успел, непонятно. Пока я был в другой комнате, тут все попоявлялось. Блин, как я мог упасть, скажите, ну, реально. Так, кто мою гравипушку забирает? Достали забирать мою гравипушку. Она вроде тут пригодится, я помню. Без гравипушки тут дальше не пройдешь. Не зазря же и нам ее дали. Так. Выше, еще выше, еще выше. Как можно дальше, как можно выше. Молодца. Что, фонарик нужен? Окей, попал я в эту коробочку небольшую, да, и затем. Чтобы спуститься вниз. Значит, что-то внизу должно быть. Так, и что же тут? Выход? Или что это? Да, выход. И нафиг я сюда пришел. О! Куб! Куб, точно, куб. Экспериментальный куб, который так не возьмешь только с помощью гравипушки. Вот, затем мы сюда пришли. Вот он нам поможет. Вот и все. Ну чё? И что это такое? Блин, тут только херня будет, я помню. Эй, эй. Эй! Как она закрылась? Блин, тут будет какая-то херня, я помню. А, блин. Точно, блин, сейчас будет испытание с помощью лазеров, если я не ошибаюсь. На всякий случай наверх. Да, лазер! Лазер, очень мощный лазер. Светится как. Короче, надо выжить. Да, выжить, выжить. Я уже, конечно, не помню, где будет еще один лазер. Вот он. Ух. Два лазера. Ну, за пока не так уж сложно. Ладно. Еще один лазер. Тройной. Так, опасно. Прыг. Молодцы мы. Давайте. Аккуратно. Ну и что дальше будет? Еще один лазер. Так. Ну это просто. Во. Ну один лазер это проще. Хоть он и быстрый. У какой быстрый. Не-не-не. Надо просто выполнить траекторию выучить этого лазера. Так. Так. Аккуратно. Все, прошли. Так, дальше что будет? Все? Как я думаю, нет. А, аптечки и еще одни штучки.
Лазер. Прям под жопой появился. Два лазера. Нет. Идите нафиг. Отворите лазеры. Не лазеры злые. Все? Так, аккуратно. Да, открылся проход. И... О, проход дальше и смена уровня. Все, мы прошли с первого раза, блин, как я не думал, что так быстро пройду. Обратно не вернуться, да? Ну и ладно. Ну, на этом все. С вами была FlutterShy 2013. Всем спасибо за просмотр. Ждем следующих частей уровня, если вы ждете, конечно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока. Ей.